Сегодня 30 января 2017 года, и перед нами величественное зрелище. Великий ледоход на реке Дунай. Эти льды идут сюда из Германии, Австрии, из Венгрии и Словакии. Проходит Дунай через Словакию, Ирина Сергеевна? Скажите нам. Нет, но вот там я вижу еще, наверное, это ледокол или корабль какой-то. Это застрявший с декабря сербский... сербский круизный теплоход. Что он делает во льдах? Отмечают сербскую Новый год. Живы ли на нем люди или нет, мы не знаем. Он полностью вмерз в белое. Что, Ярослава? У Ярослава есть мнение. У тебя есть версия, мнение? Версия. Весело! Версия? Есть там на корабле люди, как ты думаешь? Нет, кто-то! Это корабль-призрак, говорит нам Игоревна, а мы продолжаем следить за движением льдов по судоходной европейской реке Дунай. Марфа, как тебе Дунай? Марфуша? Дунай. Как? Ваше мнение? О, говорит. О. Это кул, говорит нам младшая Игоревна. И не покидайте ледоходный Дунай. Оставайтесь здесь с нами в Нове Саде и в Старом Петровородине. До следующих включений. Редко на Дунае лежит лед. Редко. Выдающийся год. Говорят, раз в 100 лет бывает такое, чтобы в конце января и начале февраля лежало столько снега и льда, и Дунай был еще заморожен. Дунай заморожен, а наши сердца полны теплом. Оставайтесь с нами здесь, на замерзшем Дунае. Пляж.